прошло, Настенька? Настенька говорит, что ей здорово. Самое интересное, что даже денег не просит. Вот это красавец. Катюха! Всем привет! День 24. Проснулись недалеко от табора. Звучит-то как... Ну, в смысле, не цыганского, а город такой в Чехии есть. Табор называется. Ночью было много росы, выпало. И у нас конденсат в палатке. Меня начинает бесить, потому что... Либо мы вчетвером так сильно дышим, либо что, но очень много конденсата начинает капать, заливает, зараза, спальники. Не сильно, конечно, что прям так очень, но неприятно капать. Вот. А так в целом все хорошо. Ночи теплые и здорово. Недельки выдвигаются в табор. Табор жди. С утра по росе и кожаные тапки намокли, но еще не промокли насквозь. Вот еще раз наглядно для тех, кто не понял. Вот дорога, по которой едем мы. Трафика почти нет. Одна машина там в минуту, может быть, меньше. И чтобы вы понимали, для товарищей, которые говорят, что мы едем по трассам, и это плохо, я сейчас покажу трассу. А вот уважаемая трасса. Так вот, по таким дорогам как раз таки мы и не едем. Хотя здесь шикарнейшая обочина, и мы бы вообще, наверное, никому не мешали, вплоть до того, что можно ехать парой. Вот здесь машины едут быстро, а у нас только одна машина проехала. Ну, всем теперь дошло, как бы, ну, для тех, до кого не доходило. На окраине табора проезжаем плантацию солнечных панелей, солнечные батареи. Все, недельки въехали в табор. Сейчас едем по окраине, смотрим продуктовый магазин, может быть, какую-то кафеху недорогую. А далее следуем старый город. Там вроде как красиво обещало быть. Что, Настенька? Настенька говорит, что ей здорово. Помните, я вам в Праге на грибном канале Сережу Сердюкова показывал, который так рассекал красиво на каяке. Еще такой стеснительный парниша. Так вот, что хотела сказать. Мы сейчас тут вещи оставляем, ну и хотим все вместе пойти в магазин на свой страх и риск. Ребята каяки свои оставляли привязанными на машине, на багажнике сверху. Так вот, у них в Праге их ночью срезали. Вот. Не знаю, кому они нужны были, вот срезали. Поэтому... Если раньше мы вещи оставляли, и я как бы был уверен, что они будут, то сейчас, честно говоря, уже как-то уверенности стало меньше. Поубавилось уверенности. Да, мать? Вот, ну, рискнем. Снимай. Хочу сказать, что нам повезло больше, чем Сереже Сердюкову. У нас все осталось на месте. Ну, кроме минус 800 крон. То, что мы потратили. И, кстати, в супермаркетах Пенни, где мы сейчас только что затаривались, есть free Wi-Fi. Я думаю, это удобно. Правда, мы шли туда за продуктами, и некогда было в телефоне сидеть. Очень удобненько для тех, кто устал. Можно присесть, отдохнуть. Там даже какая-то полка с книжками есть, почитать. А для кого-то и переночевать, наверное. Ну, думаю, что гоняют. Хотя я не проверял.
дед, короче, выгнал пианино из дома. Или его бабка выгнала вместе с пианино, сидит на улице, играет. Красота. Самое интересное, что даже денег не просит. Вот это красавец. Вот мы придерживаемся маршрута. Greenway или как он? Прага-Вен. Да, Greenways. Прага-Вена. А мы до сих пор в Таборе. Вернулись из старого города, объехали старый город и вернулись в район ЖД и автовокзала. Здесь скверик, за спиной у меня кафешка, даже не кафешка, я бы сказал, как типа нашей столовой. Купили там покушать, я попросил поставить на зарядку всю электронику, на что тетя была в шоке, ноу-ноу-ноу, только телефон, потому что я там все, что было, у меня даже шнурков больше свободных не осталось, все поставил, наверное, за исключением камеры. Делал глаза, как у кота из Шрека, и тетя меня простила, увидя, что мы с детьми и на велосипедах. Вот, плюс разрешила набрать воды. Вот, но суть не в этом. Беда в том, что вот путешествие с детьми, это, конечно, хорошо, но заехали мы в большой город. Самое интересное, это старый город. Старый город, мощеная дорога. И, как правило, это туристический центр, там куча людей, куча прохожих, и там много кафе, но они, как правило, все дорогие, заточены на туриста и без каких-то игральных зон для маленьких детей. Поэтому с маленькими детьми там очень тяжело, невзирая на ценник, хрен с ним, туда не будем смотреть, сколько это все стоит. Сам факт, что это все в целом очень неудобно с детьми. Во-первых, скакать по брусчатке, а еще как у нас разновозрастные дети, одна спит, второй надо играть, Настю с пускаешь, это такое ощущение, как с поводка отстегнули, она полетела, ей надо быть везде. А Катьке надо ползать и подбирать, то есть она начинает собирать бычки, еще что-то. И глаз да глаз, то есть нам, родителям, тоже не расслабиться. Поэтому я бы сказал, что комфортнее всего передвигаться на велосипеде с детьми. Это просто за городом, как это обычно и бывает. А в города въезжать, не знаю, только по надобности купить продукты, я не знаю, там может быть кафе, Wi-Fi, там еще что-нибудь. Все, других вариантов я не вижу, на самом деле очень тяжело. Это называется выжать максимум из розетки. Опять же, мой удлинитель. Зарядил пульт, батарейки от дрона, колонку, батарейку от камеры, банку, вторую банку, ну, немножко зарядил телефон, и все за раз. Пробуем двигаться по маршруту Greenways Прага-Вена. Очень много указателей, хорошая маркировка маршрута. Ну, посмотрим, что с этого получится. О, надо быть очень скользким типом, чтобы здесь проехать. Блин, оказывается, я скользкий тип. Все, купили продуктов, затарились по полной, зарядили аккумуляторы по возможности, пообедали, отдохнули и выезжаем из Табора. А сейчас едем куда-то в сторону австрийской границы. Ну, кто едет, а кто идет. А что такая напуганная? Ей жарко. Короче, начался грибной дождик.
минимально капает. Класс, освежает. Лучше лупанул бы как надо, а не вот это вот все. Ну, походу, на мне прямо испаряются капли. Кто бы мог подумать, что одна ягодка ежевички может вот с ребенком сделать вот такое. Катя, зачем ты ее по себе размазала? Ее есть надо было. Катюха! А это, кстати, река какая-то Луздица. Она проходит в Таборе и здесь. Мы опять к ней выехали. Давно Наське обещали площадку, и все как-то не попадались. Тут уже 6 вечера. Выехали, вот посмотрели речку, и проезжает тут какое-то кафе. Настя тут себе батут нашла, уже прыгает довольная. Нашла свой батутик? Прыгай высоко! Давай высоко! Давай, прыгай, прыгай. И на попу. Бум! И Катюха пошла опилки с площадки собирать. А, есть? Это невкусно. Фу, Катя, это невкусно, не пробуй. Я за тебя уже все попробовал. Интересно. Это что, прям под деревом, что ли? Или как? Интересненько, интересненько. Наш кофеек, пока я перехватил, уже и разлил. У меня черный с молоком, а жене капучино. Кофе в кафе, а слойки привезли с собой. Отличненько, да? И воробушек здесь подъедает. Агам. А Настя пошла там чешского мальчика кадрить. У него есть машинка игрушечная. Настя ему уже что-то рассказывает. Ох, ведутся эти девки на машины. Настя не исключение. Короче, пока мы пили кофе, либо от нас очень плохо пахло, либо что, но местные жители тут живут недалеко от кафе, предложили принять нам душ. А почему бы и да? Раз предложили, надо мыться, что делать? Сначала Настя покаталась с этим мальчиком вот в этой машине. Не знаю, честно говоря, что она ему сделала, но ее родители теперь предложили нам принять душ. Ходят у нас тучи. Если эти люди нам предложат еще у них заночевать, честно говоря, даже раздумывать не буду. Неделька падки до халявы. Не так часто на самом деле предлагают, поэтому очень приятно. Мы бы еще, конечно, проехали сегодня. И я уже, кстати, в кафе, где пили кофе, еще воды в бурдюк горячий налил. Думаю, сейчас дотянемся до какого леса, если озера не будет, и помоемся в тепленькое. А тут на тебе выхожу, а местные предлагают, может, душ хотите принять? Здорово. Я не знаю, вроде бы стираемся и моемся каждый день. Неужели от нас так плохо пахнет? Кажется, вот в этом доме мы будем мыться. Короче, неделькам фартануло по полной. Сейчас во дворе мы поставим палатку. В дом нас, ну, не приглашали, как бы мы не просимся, поэтому здесь поставим палатку. У Наськи уже бассейн тут чистят. Настя будет купаться, мы помоемся, зарядимся, отдохнем, а завтра поедем в путь. Я же еще раз повторю, как говорила моя бабка, дают — бери. Ну, короче, тут полный фарш. Нас хотят накормить, постирать, помыть, разрешили как бы тут вот поставить палатку, все дела. То есть, короче, мы сегодня отдыхаем. Проехали почти 30 километров, это, конечно, ерунда, но с другой стороны. А когда я еще переночую и отдохну тут вот у добрых людей? Правильно, правильно. Настюху уже готовят к заплыву, вон там уже кавалер. О, полный фарш. Вещи в стирку, срочненько постираться.
Я говорю, тут Вероника напугала, ты говорит, ванная комната, прям вау, как у нас зал дома. Хочу это посмотреть. А мы быстренько поставили палатку, компонуем вещи, потому что вроде как собирается дождь. Хотите верьте, хотите нет, недельки сегодня стоят, ну можно сказать, что практически в кемпинге. Даже лучше, здесь более дружественная атмосфера. У нас тут детская площадка, батут, бассейн. Наська уже выкупалась до дрыжиков. Вот. А мы компонуем вещи, собираем сумки, застегиваем и аккуратненько будем спать скоро. Хотя хозяин готовит нам барбекю, бебекю. Блин, и все случайно. И все абсолютно случайно. Я предлагаю жена больше не мыться. Мы будем приезжать в кафе, садиться возле каких-нибудь местных. Хороших детей. Хороших детей. Будет становиться она жалко, потому что она воняет. Я ему там предложить помыться, ну и заодно и покушать, и поспать. На красной сюда. Нас тут ждут, нам тут накрыли покушать. У нас тут полная пати, барбекю, недельки жрут. Класс. У моего товарища Алексея не меньше, но здесь, по-моему, больше. Мне кажется, в таком туалете и жить можно. Он настолько огромный. Это для тех, кто боится клаустрофобии, всем рекомендую. Шикарные апартаменты. Вон и телеком поперло, вообще капец. Он инклюзив, ребята. Порадуйтесь за нас. Ребята, это волшебно. Я помылся и вновь себя чувствую человеком. Кожа сбросил, как змея, несколько слоев. А что больше всего понравилось, вот этот вот душ, тропический дождь. Огонь, огонь. Вылазить не хотел. Все, Александр неделька готов идти принимать пищу. Приятного нам аппетита, ребят. Все, недельки расположились во дворе. Во дворе у людей, которые нас приютили. Вот, помылись, накормили нас мясом на гриле, овощами на гриле, классно покушали, покупались, наелись, все, сейчас будем спать. И у нас он ползет, он такая туча. Походу, сегодня дождь неизбежен, но мы вполне себе комфортно к дождю, я подготовился. Бруксы укрыл мусорными пакетами, так как я на чехлах для них сэкономил. Повесил специально шлем, чтобы от соли помылся. Детский трейлер закрыл, сумки не промокают. Так что все, короче, под контролем, все схвачено. А Катька дуреет и не хочет спать. Да, Катюнь? Катюнь, не ломай палатку, ну. Доча, не ломай палатку. Да, кстати, внимательно читайте то, что покупаете. Увидел, бутылка такая прикольная. Думаю, сок мультифрут. А оказывается, это фрут-сируп. Ну, то есть сироп. Вы знаете, кстати, прикольная вещь. Я могу сказать, это концентрат сока. Вот этого из пакета. Воду добавил, и концентрат тебе готов. Точно такой же, как из пакета. Спали на приусадебном, так сказать, участке. О! Я уже себе замутил кофе хозяйского из кофемашины. Отлично. Настя тут уже тоже на террасе что-то там печеньки подъедает. Мама нам кофе готовит. Хозяева еще спят, но сказали, что дом в нашем распоряжении. У Наськи целая куча игрушек. Вчера вечером давала разносу тут. Настя гоняет вымышленных комаров. Кофеек из кофемашины. Шикарно. Вы представляете, такая штука у хозяев. Индукционная плита, варочная панель. Самое интересное, что при нажатии моим пальцем она не сработала. Вероника пришла и тут же включила. Как так? Может, у меня пальцы не такие? Очень гостеприимные хозяева. То есть, как бы мы, честно говоря, даже не ожидали. Просто заехав покушать, нарвались на полный all-inclusive.
можно и так это назвать. Чисто случайный заворот в кафе мог вылиться вот в такое приключение, что раз и уже мы тут сытые, довольные, чистые. Ныряй, Настя. Как Настя ныряет? Короче, пока папа тут собирается, Настя купается в бассейне, Катька сидит уютно на руках, а батя складывает вещи. Просушили палатку. Ну и, как всегда, из цивильных условий раньше, чем в обед, мы не выберемся. Хотя вчера хотели встать пораньше, собраться и все такое. Но сырая палатка, пока поели, пока все. Вот сейчас мы собираемся. Еще по поводу памперсов. Может быть, кто-то заметил, что мы обеим детям надеваем на ночь памперсы. Настя у нас отучена, Настя у нас памперсы как бы и не носит, и дома, и ничего, но в походе, на эмоциях, все-таки, наверное, бывают осечки. А дома у нас есть на матрасник, то есть если, естественно, она там много выпьет воды или там сильно устанет, то есть, да, бывают осечки, то на матрасник спасает. А в походе нет, ни на матрасника, ничего. И вы сами представляете, если ребенок наделает, пописывает, в палатке, на спальник, на коврик Терморез, даже если его высушить, запах может остаться. А если один, два, три раза, сами понимаете. Поэтому мы перестраховываемся, мы надеваем на нее Катькин памперс. В целом все хорошо, но мы просто перестраховываемся. Так он у нас с Настей ходит без памперсов, она уже забыла практически, что это такое. Потому что ребенок эмоциональный, ей даже может что-то присниться, что она там в туалет пошла, да, там, или много воды выпить, или что-то еще. И уж раз уже пошла такая тема откровения, да, как говорится. Я вообще не хотела затрагивать эту тему, это считала достаточно личным вопросом, но поскольку сейчас, в данное время, мы делаем какие-то посты, пару видео ВКонтакте, в Инстаграме, в Фейсбуке выкидываем, возникает такой вопрос, который я проигнорировать, к сожалению, не могу, хотя хотелось бы, по поводу моего живота. Думают, что я на каком-то сроке беременности, в положении. Нет, это не так. Я не в положении, просто у меня после второй беременности у меня сильно разошлись мышцы живота. И когда я выпью много воды, а в горку мы поднимались в жару, и я действительно литрами просто употребляла воду, я даже не знаю, сколько литров, и раздувается живот, то есть он такой вот топырится. Действительно кажется, что я в положении, но нет. Ребята, все окей. Все под контролем. Не хотела я затрагивать этот вопрос, но я уверена, что, наверное, по ходу видео тоже будут возникать эти вопросы. Настя не хочет уезжать. Настенька, поехали. Настя, поехали. Вчера думали, отдохнем, постираемся, помоемся, а сегодня с утра встанем, быстренько и уедем. Не, как всегда, в обед. В обед это вот самое наше время, когда мы выезжаем. Ничего не меняется. На самом деле очень хорошо, это самое. Наська выгулилась. Не надо было детская площадка. Здесь батут, бассейн, горка, качели, все есть. Дети отдохнули, на травке нагулялись. Мы поели, помылись, выспались. Круто. Настя вон на руках у хозяйки. О, нажабровала игрушку себе. О, спасибо. О, Настюха! Обезьяна! Тогда нам холму? Все. Давайте уйдем. Вдеваться, все. Спасибо большое. Давай, дружище. И тебе. Давай. Ох уж эти прощания, за полдня уже как родные. Хорошо нас приняли, на самом деле, очень душевно, по-свойски. Здорово, все, прощаемся и уезжаем. Пока-пока. Да. Все, блях, эти прощания. Ладно, все, сейчас расплачу. Помахнем. Вон тут славный дом остается. Хозяева нам сейчас будут махать.
Все, машет. Все. Хватит этих сентиментальностей, недельки едут вперед, а это главное. За новыми впечатлениями, за новыми эмоциями и новыми знакомствами, естественно. Мы продолжаем свое путешествие в сторону Австрии и едем так называемую Чешскую Канаду сейчас. Это такая местность, то ли региональный парк или национальный парк. Там вроде как красиво, елки, озера, красивая местность. А у нас впереди, как все последнее время, холмы, тягуны, горочки, 25-35 километров в день, но зато какие виды. А мы въезжаем в Кошице. Кстати, ребят, тут такое дело, у меня походу камера умирает. Кнопка включения на камере уже, так это скажем так, продавилась, то есть надо так жать сильно то ли ногтем, то еще чем, чтобы она реагировала. По приезду домой буду что-то думать, с новой камерой надо. Может, Соньку какую-то придется покупать. Спекся турист. Нам пока круто везет, но, честно говоря, не знаю, это хорошо или плохо. Постоянная жара, 28-31 градусов, днем, конечно, тяжковато. А этой ночью нас застал ливень, нам было все равно. Мы не промокли, даже был ливень с грозою. По-чешски молния – это блеск. Так что блеска нам сегодня в палатке хватило. Молния как светанет, казалось, что... как будто фонарь включил, настолько ярко. И где-то над нами прям это все дело было. Дети спали, не просыпались. А я немножко под шум дождя полежал, поразмышлял. То самое чувство, когда попотел в горку, а потом тебя ожидает приятный спуск. Класс! Весь пот сохнет на ветру. Красота! Я извиняюсь за грязный объектив эпизодически. Не могу следить. А нам сейчас опять хорошо. Только что проезжали городок, там мост через какой-то небольшой ручеек или через речку на ремонте. Ну и, соответственно, машины не ездят. И у нас вот дорога, собственно, абсолютно без машин. Недельки ехали-ехали, а тут очередная мечта наркомана. Маковое поле, правда, уже мак высох. Но целое маковое поле. А я себе погремушечку на память возьму. И Наське. Эх, бляха, когда он цвел, конечно, тут красиво было. У нас маковое поле в Беларуси не встретишь, наверное. Как я в прошлый раз говорил, жил бы здесь, булки бы с маком ел. Взяли с собой на дорожку маковых головок. Ехали, заехали на обед остановиться в какой-то деревушке, а здесь форелевая ферма. Выращивают форель. Вон. Наська, смотри, вон рыбки. А эта форель уже, кажется, доживает. Еле-еле жабрами двигает кверху пузом. Здесь пруды с мальком. Вот здесь разводят рыб, форель. А вот здесь на детской площадке недельки кинули кость. Наконец-то нашли. Когда ты в Чехии, то бокальчик пива в обед — это не только хорошо, но еще и полезно. Светленькое, холодненькое, 26 крон. Кать, ты куда сосиску погнала-то? Доча? Пойдем с макариками завалим, пойдем.
Вкусная сосиска? Ам. Наш пикник на обочине закончен. Все-таки прихожу к выводу, что в Чехии 0,5 пива это не только вкусно, но и мало. Но ничего не остается, едем дальше, ребят. У мамы это не пиво, если что, это сок. Сидр. Это сидр. Сидр, тебе привет. Нет, не об этом. Это вода, и вот я, наверное, вчера говорил, это сироп. Мультивитамин. Теперь тайна сока из пакета для меня открыта. Везем с собой погремушки. Наське очень понравились, да, Наська? Угу. Все, едем. Ехали, ехали. Я увидел картофановое поле. Хорошенькое такое. Ботва уже подсыхает, значит, картошка уже готова. Сейчас, думаю, на ужин наберу. О! О, что это за горох такой? А вы в Чехии картошки не бачили? То к нам приезжайте, я вам бульбочку покажу. Ну и что с этим горохом робить? Разве это картошка? О, горох, да и только. Это не картошка. Ребят, экономия должна быть экономной. Вот. Взял скромненько, килограммчика полтора, наверное, не больше. И детская лопатка пригодилась. Все. Не жадничаю, много не беру. Буквально на раз-полтора поесть. А мы продолжаем ехать по маршруту Greenway Прага-Вена. По крайней мере, с большего придерживаемся этого маршрута. И у нас населенный пункт Студница. Студница — это что-то холодное, потому что на белорусском студень вроде холодное, да, вот это вот. А Вероника нашла эжевику. Маленький, но гордый кустик. Но я вам студень не покажу. Он с горочки, мы в него войдем, и также его быстренько пройдем, даже не заметь. Он небольшой населенный пункт. Въехали в город. Название не проговорить, поэтому, возможно, подставим в описании. И едем немножечко его посмотреть. Велодорожка проходит по проезжей части. Удобно, черт возьми. Я прошу прощения, но где все люди? Сегодня суббота. А где люди? Вроде город не маленький, а никого нету. Кебаб. А кибдед? Да. Наську мою как ветром сдуло. Мы нашли людей. Второй клиент пошел. Очень важный магазин — Ликерка. Все, слегка помочили ножки в фонтане дети, погулялись и едем на выезд из города. Еще, может быть, немножечко крутанем. Ну и все, будем искать место для ночевки. Все, недельки нашли место для стоянки. Походу еще пару автомобилей. Местный приехал, поставил машину прямо вот к нам под велосипед. Они с байдаркой сейчас покатаются, уедут. Остановились мы на берегу какого-то озера. Если на карте найдем название, подпишем. Папа, вот. А сзади гряда солнечных
панели. Если бы еще можно было к ним где-то подконнектить, это вообще замечательно было. Я не просто так акцентирую, что мы становимся на стоянку, нашли место какое-то. Это опять же, возвращаясь к тому разговору, что в Европе негде стать с палаткой. Вот. Хочется доказать обратное, что если вы хотите встать на ночь, то вы станете на ночь. Вот. Может быть, не всегда самое красивое, самое лучшее место, но тем не менее достойных мест хватает, и стоя вы спать не будете точно. 25-й день нашего путешествия. Проехали сегодня ровненько 1000 километров, 1000 там с маленьким хвостиком. Это что касается езды, грубо говоря, по прямой. А с прогулками по городам уже где-то 1150, то есть лишь что, ну, еще 150 на прогулки. Потратили сколько? 900 евро, да? Почти 900 евро. В среднем получается мы едем 41 километр в день. И приблизительно 36 евро в день у нас выходит. Вот, как-то так. Ну, это все про все. Сейчас, говорю, ночуем вот на берегу озера. Там какой-то концерт. Надеюсь, они скоро успокоятся и пойдут спать. И мы тихенько поспим. Мы в недалеке от австрийской границы. Двигаемся, наверное, будем двигаться параллельно австрийской границе. И где-то пересечем. Не знаю, насколько мы углубимся в Австрию. Вот, потому что там гористая местность, а как мы уже поняли, что немножечко не тянем, хотя и хотелось бы в горах покрутить. Если нравится наше видео, ставим палец вверх, подписываемся на канал, обязательно делаем репосты, рассказываем друзьям. Хотя тут, походу, все еще только начинается. Все, гы-гы-гы вон там вот. Это так смеется Катя. Осторожно. Захочет. Настя ее щекочет, то ли что, и вот такое вот происходит.